Друзья, всем привет! Випрашують малышня. Ви видите, що творять? Так, друзья, сьогодні этим поросятам ровно месяц, получается. Ждите, ждите, скоро будем управляться. Так, ну этим немножечко меньше. Ну, кроме Нюшки. Нюшки, конечно, тоже месяц. Так, друзья, вчера были мы в аптеке. Купили еще пудры. Ну, две штуки. Вот она стоит по 36 гривен. Кстати, друзья, там многие переживали. Она... Ее можно сыпать и на животных, и на собак. Кстати, написано, что можно даже от мух от собак, на, ну, собакам. От, ну, чтобы уши им не кусали. И еще, когда поросята, помните, были вши у них? Вот этим мы посыпали тоже пудрой. Так что она, если попадет в желудок, ну, это вообще ничего страшного. То есть, ну, кто ее делает, он же ж понимает, что животному не объяснишь, что его нельзя пробовать. Или там еще что-то. Короче, ну, вот такие вот дела. И еще спрашивали, друзья, это сирка очищена, получается. Ну, короче, она... Ее тоже в корм можно. А ну-ка, показания. Да, застосовывается для... Поліпшення обміну речовин. Ну, получається, от, прискорення росту, посилення бактерійної ферментації. Я через телефон плохо вижу, друзі. Ну, короче, эту серку, она и перья хорошо как бы растут, но она тоже для всех животных, и для поросят в пищу. То есть мы же не просто, ну, как бы сыпали, уже ж не первый раз сыпем постоянно, никто не умер пока. Так, ну, взяли в запас альбендазола, уже осень близко, скоро надо будет, у нас то есть немножко, ну, на всякий случай, потому что всех надо будет, ну, у нас, как вы знаете, мы постоянно всех обрабатываем от паразитов. Вот такой вот взяли кислоту. У нас была пятишка, но она закончилась давненько. И так мы что-то не брали. Хозяйства было немного, а сейчас уже опять хозяйство появляется. Мы уксус там добавляли иногда. Ну а сейчас взяли, решили вот такой вот акваклина. Акваклин. Акваклиан. Вот. Точно. Короче, здесь литр 200 получается на 2 тонны воды. Он такой тяжелый. Получается написано, ну, либо 0,6 литра, либо 1 килограмм на 1000 литров. Ну, мы шприцом, он шприц есть, набираем он в баклажке. Короче, будем давать пока вот такой. Трусульфон взяли вот такой. У нас постоянно есть, кстати... где он? Тут что я старый давал кроличке. Ну, друзья, я же говорю, мы такие препараты, которые нужны, стараемся взять. И если кто-то заболел, обязательно будем лечить. И, друзья, много кто из вас написал, мы тоже почитали индюкам. Метронидазол взяли. Дали по таблетке. И еще подаем. Ну и вот такой вот обработаем потом едоклин. Там надо тоже обрабатывать. Короче, по минимуму, чтобы их, ну, как бы пичкать всякими лекарствами. Как сказать? Но постараемся их спасать, друзья. Чтобы все было нормально. И, друзья, нам в аптеке посоветовали вот такой вот препарат. Это
от мух Володьки. Но мы ему обработали вот этим, что я колотил. Вот немножечко еще остался. Ну, он работает, но слабо. Обработаем еще вот этим вот на днях. Ну, сказали, желательно, чтобы как бы зажило. У него вроде бы... Володь, ты где? А ну, иди сюда. Видите, чтобы не было ранок. Ну, сейчас видите, сидит две штуки паразитки. Ну, крови прям нету. А то у него бывает... Нельзя, Володь, это маркиз, отойди. А то у него бывает прям кровь идет, друзья. Ну, естественно, взяли мухостоп и липучек новых. Эти уже, может, завтра, наверное, поменяю. Так что такие дела. И, кстати, друзья, вот дали уже нам 1000 гривен. Но я ее пока не буду забирать, пускай здесь лежит. Это задаток за поросят. 3 свинок сегодня приезжали, выбрали. И в воскресенье уже заберут. Ну, мы уже завтра будем выставлять, чтобы продавать их. Короче, свинок 3 штуки уже как бы купили, можно сказать. Я думаю, продадим всех. Ну, а мухиных пока еще рано. Я имею в виду, сейчас пока будем объявление давать. Сегодня или завтра пофотографируем. И вот этих вот поросяток. Так. Вот ту свинку и вот эту люди сказали, будут брать. Эту нет. Ну и здесь посмотрите. Я вам потом покажу, кого заберут. Да, архаровцы. Кстати, жасминка сегодня целый день орёт. Я ее вечером уже подпускал к этому архаровцу. Вот он уже лежит, заморился. Поддон там у меня, то что он кидается на меня, чтобы этот... Отстегал я его. Ну там я козу сюда пригласил. И они вот здесь побегали, походу. Ну, он ее покрыл, жасминку. Катька нет, Катька еще не в охоте. Жасминка именно и хвостиком виляет, ну, стоит, пускает его. И получается, еще вечером, туда дальше часика через 3, подкинем ее. И завтра с утреца. И я думаю, уже будем, зафиксируем, что жасминка покрыта. И будем отсчитывать уже 18 дней. Если она не придет в охоту, тогда Сережка уже поедет домой. Ну, надо еще Катьку дождаться, конечно же. Пумпа, ну давай почешу. Уже все, твои девчата уже твои проданы. Начинаются продаваться твои девки. Понял уже? Ты молодец, зарабатываешь, молодец. Работаешь, молодец, парниша. Молодец. Вот такой вот кабан. Вот так. Все жарко, да? Ой-ой-ой-ой. Сейчас захрапел. Пумба. Вставай. Вставай. Пумба, вставай. Не спит. Вот такой. Кабан. Все, дай пройти. Дай пройти. Гляньте, держит, толкает. Дай пройти. Не, а не пускает. Ну давай, еще чуть-чуть и все. Давай, это. Где твои зубы? Нема зубов, что ли? А, он есть. Я думаю, чем ты жуешь? А то, знаете, такая мысль появилась, что он засасывает. Как вот, знаете, анекдот. Во дворе злая собака, но там что-то без зубов. Не кусает, а засасывает. Да? Вот так, все, вставай. Давай я тебя оттащу вот так за ногу. Ого, какой ты тяжелый. Ого! Гляньте, не встает. Отойди, дай пройти. Дай я пролезу. Опа. Все. Угу. Так. Шо вы? А? Нагадили?
Сейчас будем убирать. И, кстати, Цезаря я выпускал, он на нее, на жасминку прямо, ну, хочет поработать. Что ты творишь? Вон, видите, видите? Хочет поработать. Угу. Ну, видите, песок уже здесь высох. И он перемешанный здесь с пудрой. Бегут, бегут. Все. Выклевывайте все. Выклевывайте. Угу, угу. Так. Шо вы? Вон у вас тут еще есть. Гляньте, гляньте, что творится. Гляньте, что творится. Что вы за мной пришли? Пробежали за мной. Сейчас кину вам травы. Маркиз, что ты тут? Что ты тут? Гуляет. Вернее, он один не гуляет. Все гуляют. Володька. Так, индюки. Кушать есть. Ну, уже сейчас, я же говорю, скоро будем управляться. Это трава такая подвявшая, кроликом пойдет. Пойдемте, друзья, я хочу. Вон она сидит, видно ее. Так. Что ты? Серега. Вон, друзья. Ей сено кидаю, водичку, о, перевернула. Водичку ей делаем, ну, сегодня уже не будем делать, будем давать чистенькую. С антибиотиком ей давали. Ну, не знаю, друзья. Видите, еще живет. Вот так вот я ей сделал от дождя. Ну, и вот линолеум лежит, сверху так накрывает, тогда у нее там вообще сухо. Ну, дождь был уже проверено. Ну, в туалет ходит, кушает, кукурузки ей кидал. Вроде поела, сегодня еще кину. Ну, я же говорю, к ней я у нее управляюсь в самую последнюю очередь, чтобы уже уходить домой. Потом мою под душем руки. И что ты? Руки мою и уже уходим домой. Ну, друзья, видите, одна заболела. На тех всех вакцина, получается, подействовала, а на эту кроличку нет. Да? Тайсон, что ты тут ходишь? Вот. Володя артист. Надо. Надо. Отдай. Отдай. Отдай, я буду есть.
Вот отдай. Ой. Так. На. Чик. Сейчас чистенько водички им. Озеро тут. Все, хватит им искупаться. Сейчас дам, сейчас поеду травы свежие накашу. Гляньте, уже скоро будут крякать. Голубые фавориты. Но все равно он колупается там в болоте. Ну, оно не болото, вода, в принципе, чистая. Ну, я так стараюсь, чтобы она, как бы, знаете, если долго, она может завоняться. Я даже вот эту вот им туда не выливаю. Вливаю на пол. Ну, кстати, помните, я говорил, одни палки. Вот, видите? Ну, вот это, наверное, сегодня чуть-чуть дам. До завтра съедят и палки. Он уже залез. Видите, он там ходит ему по колено. Оп, еще один залазит. Опа. Видите, купается. Что он там ищет, что-то внутрь ныряет. Это вот этот, помните, что первый вылупился? Гляньте уже, какой большой. Мы обратили внимание с Катей. Вот здесь они намного хуже росли, там с курями, чем отдельно утки. Реально утки здесь сами по себе намного лучше растут. Вот и индоутки, видите, какие. Ну а эти вообще меня поражают. Я еще такого не видел. Я представляю, если бы мы им комбикорм давали, ну, для бройлеров или, ну, специальный для уток, они бы уже, наверное, по 5 килограмм были. Так, друзья, сегодня мы посчитали марта, хотя им травы даже не буду кидать. Все у них есть, зерно есть, вода есть у всех. Так, он персик. Что-то персик слабо поработал, друзья. Получается, марта не окролилась. Ну, мы ждали, сегодня мы посчитали 35 суток прошло. Ну, так ничего и нету. Она большая, зажирела, может, я не знаю. Но будем пробовать еще покрывать. Не будем покупать ни кроля, нигде ничего. Пускай вот это. Если получится развести, значит, получится. Нет, значит, не судьба. Да? Да? Веснушка, что ты тут сидишь? Залазь. У нее там гнездо. Ну, Катя сегодня смотрела. Ну, а хотя она, Веснушка, даже не считали, что она покрыта. На днях будем, завтра, может. Или сегодня вечером я подкину. Не, завтра утром. Да, завтра утром, чтобы мы уже точно удостоверимся. Ну, 35-36 дней, говорят. Мы так посмотрели информацию. Ну, максимум. Все, если не провели, значит, все, кролят не будет. Я думаю, если бы она их поела, мы бы точно увидели. Ну, такой опыт какой-то у нас пока идет не очень. Ну, с кролями не очень успешно все. Ну ничего, друзья, посмотрим.
Так что будем смотреть, как говорится, как карта ляжет. Так что такие дела. Все, здесь уже я потом уже воду мыть им не буду. Туда-сюда уже добавлю им позже, через часика полтора еще. И все. Так что такие дела. Все, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока.